4 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии – Братиславой. В результате операции советские войска продвинулись на 200 километров, разгромили 9 дивизий вермахта, освободили Словакию и создали условия для быстрого наступления на Прагу. Из приказа Верховного главнокомандующего Сталина. Соединение части, наиболее отличившиеся в боях за город Братислава, представить к присвоению наименования «Братиславских» и награждению орденами. В этот день Москва салютовала доблестным войскам 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. До победы оставалось 35 дней.